Господа, хочу кое-что вам показать. Добро пожаловать в лофт. Наш тайный оазис. Только представьте, никаких гостиничных счетов, никаких банковских выписок. Зачем? Я не любитель. Взять ключ, значит принять наши правила. Только никому ни слова. Развлекайтесь. Что произошло? Не может быть. Ты ее знаешь? Нет, конечно. Надо звонить в полицию. А наши жены? Девушка мертва, Винсент. Что это значит? Судьба соединила нас. Мне известно все. Кто она? Вы ее знаете? Нет! Дверь была заперта, сигнализация не сработала. Значит, у убийцы есть наш ключ. Сколько баб ты привел в этот лофт? Любишь игры? Люблю. Кто-то пытается нас запугать. Кто? Не знаю. Озабоченный любовник, ревнивый муж. Тот, у кого есть мотив. Представь, что все узнают правду. Что тогда будет? Что-то не так? Это ты скажи. Это не конец. Мы узнаем, что здесь случилось, и разберемся. Свои секреты. And I need that fire just to know that I